Альметьевск, Бавлы, Высокая гора, Зеленодольск, Нижнекамск, набережные Челны. 10 телестанций круглосуточно, 7 дней в неделю. Информируют зрителей о жизни всей республики. Телеканал «Татарстан-24» рассказывает о том, что не оставит равнодушным ни одного жителя Татарстана. Возрастная категория самая обширная. То есть это все люди, кому интересны новости, кому интересно то, что происходит с ними в их городе, в их районе, в их республике. Наша главная задача – донести как можно более актуальную, полную информацию для жителей нашего региона. Компании, которые работают в нашем регионе, обладают, я считаю, суперпрофессионализмом и очень привлекательны для наших жителей. Каждый час зрители телеканала получают информацию о главных новостях и последних событиях в режиме реального времени. Команда «Татарстан-24» работает слаженно, эффективно и оперативно. Нам необходима оперативность газовикам, нам необходима достоверность, нам необходимо, чтобы это было вовремя и, самое главное, чтобы нас услышали везде, где бы ни был слушатель, зритель. Почему? Потому что мы через вас, с помощью вас даем самые важные моменты нашей жизни. Интересный новый развивающийся проект. И, в общем-то, конечно, со всеми, кто быстро развивается, хочется работать. Гости презентации, партнеры «Татарстан-24» получили от команды канала памятные подарки и сувениры. А самым главным событием вечера стал розыгрыш подарочного сертификата на неделю отдыха во Вьетнаме от компании «Азимут-360». Вечер завершился невероятным происшествием таким со мной, что я выиграла подарочный сертификат во Вьетнам, поездку. Я никогда не была в той стороне, в Азии, и очень хочется посетить. Впереди у команды «Татарстан-24» еще много работы. Новые проекты, улучшение качество программы, их увеличение, чтобы зритель всегда получал достоверную и актуальную информацию. Альмира Низамова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».